Среди гор Загроса лежит озеро Карум, и на середине озера расположен остров. В древние времена на острове была построена сторожевая башня. Она была среди гор, разделявших древнее королевство от пустынь. На протяжении столетий башня острова Карум была бастионом рыцарей в суровой и опасной стране Загра. Потом она была потеряна. Рыцари покинули крепость, путь был закрыт для торговли, и память о нем увяла в головах людей. Карта, хотя она и испачкана орком, четко указывает путь, который ведет между гор прямо к озеру.
История о богах с помощью ловушек. Пока не настанет день, когда все секреты будут открыты. Знаете, что когда меч Иоанны был возвращен на ее алтарь, появилось 6 табличек, на каждой была начертана руна силы и власти. Рассказ о создании истории написан на них, так, чтобы об этом никогда не было забыто. Чтобы открыть могилу священного меча, вам нужны 4 великих камня. И чтобы получить силу меча, все руны надо соединить воедино.
Yeah!